Всем большой привет. У меня вот такая вот обалденная радость. Зацвели у меня мои Phalaenopsis equestris Alba. А вот этот товарищ слева, это Alba от, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, это Palm Orchids. А справа вот эта вот красотка, это Alba от Mickey Orchids. И как бы я ни любила найти отличия и сказать, ну вот там вот краб немножко вот гуще, а вот тут вот форма немножко другая, но они абсолютно идентичны. Вот просто один в один, и на фото это сейчас будет не очень видно, но вы можете зайти в мой инстаграм, ссылочка в описании, или на ФБ, в группу, посвященную Phalaenopsis equestris, или на страничку этого канала «Улиточка Searches Garden», и просматривать там фотографии вблизи. Я обязательно их выложу, и вы увидите, что действительно двое из ларца одинаковы с лица. И такое бывает. И да, от разных поставщиков абсолютно одинаковое цветение у орхидей. Но я не расстраиваюсь, это будет обалденная пышная групповая посадка. Есть у меня еще вот такая Alba, купленная с рук. Так, девчонки, двигаемся. Подвинулись. Так. Вот она. Тяжело снимать белые цветы, потому что они все время смотрятся как засвеченные. Так, вот видите, это Alba. И у нее оттеночная губа. Легкий оттенок. А он такой немножко сиреневатый. Хотя вот глазу, вот сейчас я сижу, рассматриваю, он кажется более розоватым. Камера передает ее более в сиреневый, добавляя голубых оттенков, да. Но для этого нужно присмотреться, для этого нужно поставить хороший свет. И, в общем-то, при обычном комнатном освещении я не видела этой разницы. Оно действительно смотрелось как Alba, но при солнце, да, при нашем солнышке или вот при хорошем выставленном свете я прекрасно вижу, что губа дает оттенок. И по сути такой цвет, такая окраска цветов не считается альбовой, а называется альбенсис. По крайней мере, так принято у эквестрисов. Так, цветочки маленькие, цветочки очень нежненькие. И их хочется очень аккуратно повернуть, а они поворачиваться не хотят. Вот, видите? Вот так вот в сравнении вообще очень видно этот вот оттенок, который появляется на губе. Так что вот эту Альбу я смело могу назвать альбенсис. И она не совсем чистая Alba. Избавляться я от нее не буду, она мне очень-очень нравится. Конечно же, она останется у меня в коллекции. Так, манипуляции. Крупный куст заходит в кадр. И есть у меня вот такой вот красивый товарищ. Это Phalaenopsis equestris albensis от Luke. Видите, здесь четко видна при любом освещении. Это оттеночность на губе, такой сиреневатый цвет. И если вы присмотритесь, то от калуса вниз есть такие небольшие желтые разводы на губе. Смотрится шикарно, просто обалденно. И хочу сказать, что очень крупный цветок. Действительно, для эквестриса это очень крупный цветок. Очень красиво смотрится. Просто обалденный. И я ним вовсю любуюсь. И здесь вот этот оттенок видно, как я уже, по-моему, сказала, при любом освещении. И он все-таки смотрится по-разному с тем товарищем, который я купила как Alba. Но он оказался альбенсисом. Альбенсисы бывают с разными оттенками губы. Бывают розовые, бывают бежевые. Бывают слегка желтоватые или зеленоватые, бывают вот такие сиреневые, бывают ближе к голубому. И бывает вот такой альбенсис, который ближе к голубому, путают с блулип.
Но там тоже есть свои тонкости, своя разница. Так, выходим аккуратно из кадра. И очень-очень интересно вот так вот их собирать, наблюдать и рассматривать, сравнивая, когда они цветут вживую. Это все очень-очень интересно. А на этих еще вот хочу показать, очень интересная такая форма, она мне нравится. Если мы сделаем вот так, она приближается к кругу, но когда лепесточки принимают свое положение, они все-таки больше походят на классику, но до классической формы цветка они дотягивают большей вытянутостью лепестков. В общем, любоваться этой своей красотой, рассказывать о ней я могу часами. Поэтому буду заканчивать. Заглядывайте в описание за всякими разными ссылочками. В конце видео обязательно выскакивают подсказки на другие мои видео или на плейлисты, которые могут быть интересны. И огромное-огромное всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Делитесь этим видео со своими друзьями, со своими единомышленниками, любителями орхидей. И всем еще раз большое спасибо за просмотр. На этом все. Всем солнечных дней, пышных цветений.